Всем привет! С вами я, Алена. Я нахожусь в магазине Fix Price. Предлагаю вам вместе со мной посмотреть на новинки этого магазина. Это Балашиха, проспект Ленина, 81. Первая новинка – вот такие вот растения в горшочках. 149 рублей. Выглядят очень хорошо, но не все сделаны аккуратно. Изготавливает Китай. Материалы – полиэтилен, пенопласт, железо. Второй вариант – желтые цветы. И третий вариант – фиолетовые. Еще вот такие цветочки – 199 рублей. Также в горшке сделаны аккуратно. Мне нравятся. Есть оранжевые и белые. На стенде вау, вот такие миски классные, 199 рублей, 2,5 литра. Есть зеленый цвет, оранжевый и фиолетовый. Так, это, скорее всего, нержавеющая сталь, да, все правильно, полипропилен и силикон. И выдерживает температуру. Крышка от минус 20 до 90 градусов, а силиконовое дно от минус 40 до плюс 250 градусов. Вот такая красота. Еще новые корзинки овальные стайл. 10,5 литров, 149 рублей. Классная корзинка в двух цветах. Есть значок для пищевых продуктов. Пластик не содержит бисфенол А. Это полимер Быт, Москва. 199 рублей. Набор из двух термоконтейнеров по 500 мл. Можно объединить контейнеры в один большой набор. Контейнеры разных цветов. Мне достался вот такой вот вариант серый. Здесь вот такие две неглубокие миски и крышка с силиконовым уплотнителем. В крышке имеется отверстие для отвода пара. Контейнеры подходят как для холодных, так и горячих блюд. И вот такие варианты расцветок. Материалы полипропилен, нержавеющая сталь, силикон. Снова в продаже угловые полки. 199 рублей. Вот теперь в таких двух красивых цветах. Пыльно-розовый и персиковый. Интересная новинка. Это сушилка-держатель. 149 рублей. Углеродистая сталь, Китай. Эту сушилку можно использовать как вертикально, повесив на дверцу, так и горизонтально, повесив на низ шкафчика. Размеры 23 на 23,6 на 11 сантиметров. Есть в черном цвете. И у нас осталось последнее в белом. 99 рублей. Вот такой вот вантус в оранжевом цвете. Изготавливает его Пластик Репаблик, Москва. И с такой вот удобной ручкой. Недавно за 199 рублей продавались большие тазики такие. Теперь небольшой за 77 рублей на 10 литров. Изготавливает Татарстан. Пластик подходит для пищевых продуктов. 55 рублей заколка для волос. Изготовлена она из стали в Китае. Такая вот небольшая, наверное, сантиметра 3. $55. Набор резинок для волос. 10 штук в комплекте. Полиэстер, спандекс, Китай. И еще вот в таких цветах.
77 рублей дорожный набор для контактных линз. Такая красота. В составе контейнер для линз, пинцет, палочка с присоской, емкость для раствора и зеркало. $77, новый ободок для волос, полиэстер, полипропилен. И вот такие у нас расцветки. $55, веер, полистирол, полиэстер. Хлопок, полиэстер, нейлон и сталь, $199. Вот такая джинсовая сумка на плечо. Изготавливает Китай. Сумка закрывается на молнию. Внутри есть карман. И второй вариант посветлее. Хлопок, полиэстер, полипропилен. Вот такая большая сумка, $199. Внутри непромокающий материал. И вот такие две ручки. Надпись только одна. Две новые вот такие классные шкатулки, изготовлены из МДФ. Это такой кубик. И изготавливает Китай. $199. Также из этой коллекции еще и вот такие подносы небольшие. $149. Выполнены также из МДФ. $99 снова в продаже вазы. В черном и в белом цветах. Ваза выполнена из доломита. И еще рядышком стоят вот такие классные новинки. $149. Также доломит. И здесь три цвета. При выборе будьте внимательны. Некоторые варианты уже со сколами. Ну и, конечно, точки, потеки. Все на своих местах. $77. Наклейка светильник. Вот такие есть варианты в продаже. Работает от трех батареек, которые входят в комплект. Я брала как-то такие светильники. Мне понравились, работали долго. Неожиданная для меня новинка. Это сухой корм для кошек с говядиной от Мираторг Виннер. 190 грамм для стерилизованных кошек. $77. Натуральное мясо в составе. Состав мясные ингредиенты 33%. Это высушенное мясо кур, свежая говядина и высушенная говядина. Кукурузный глютен, кукуруза, рис, животный жир, клетчатка, семена льна, гидролизат свиной печени, минеральные вещества, высушенная мякоть свеклы, рыбий жир, яичный порошок, витамины, соль, сушеная календула, L-карнитин и так далее. Состав хороший. От Санитол смазочное масло бытовое. 250 мл, $55. Детали механизмов, бытовые машины, дверные замки. Выдерживает температуру до минус 30 градусов. Шампунь от Ямалая, гладкий шелк, 200 мл, $77. Произведено в Дубае. В фикс-прайсе теперь продается Траксирутин, тонизирующий охлаждающий гель для ног, 100 мл, $55.
изготавливает Московская область. От чистая линия, новый гель для умывания, удобный формат, фитотерапия, красивая кожа. 86% отвар трав. Выводит токсины с алоэ вера для нормальной комбинированной кожи. 160 мл 99 рублей. Состав, ну, очень длинный. От Плюше рулон полотенец. Один рулон равен 3 обычным рулонам. 55 рублей, 30 метров, двухслойные. Новые женские трусики. Это Кыргызстан, 77 рублей. 95% хлопок, 5% лайкра. И вот в таких вот цветах у нас тут уже, видите, раскидали все. Размеры 42 по 48. 55 рублей натуральная мочалка. Бережно очищает кожу, обеспечивает мягкий пилинг и обильное пенообразование. Состав: лен, полипропилен и поролон. Размер 33 на 10 сантиметров. Саратовская область, город Балаково. Щетка с пемзой 55 рублей. Полипропилен, полистирол и пемза. $149 рублей детская футболка. Есть еще вот такой вариант расцветки с котами. И вот такой. Размер из 26 по 34. И еще вот такая расцветка интересная. Это 100% хлопок. Изготавливает Узбекистан. Интересная отделка рукавчика. $199 рублей. Футболка для девочки. 100% хлопок. Изготавливает Кыргызстан. Покажу, какие еще есть расцветки. Вот такая фиолетовая. Ярко-розовая. И вот такая еще розовая. Размеры я нашла со 116 по 128.